видископ. Те же молодые спортсмены, которые у нас есть, их не так много, с кем очень плотно сотрудничает компания. Есть большое количество спортсменов, кто не имеет права носить брендинг Red Bull на себе, потому что это считается привилегией действительно топ мирового уровня спортсменов. Каждому подходим индивидуально, кому-то нужна возможность потренироваться с топовыми спортсменами в любой другой стране. И неделя работы с уже много чего достигшим спортсменом дает гораздо больше, чем годы индивидуальных тренировок здесь у нас. В Украине это не секрет, с четырьмя спортсменами мы сотрудничаем. Наверное, самый известный из них — это Ольга Харлан, олимпийская чемпионка, бронзовый призер Олимпиады. Мы уже с ней работаем, если не ошибаюсь, 4 года. Трехкратный чемпион Украины по дрифтингу. Это автомобильный вид спорта, очень молодой, интересный, развивающийся — Александр Гринчук. Молодой и очень перспективный 21-летний мотокроссмен Андрей Буренко. И тоже представитель молодежной культуры BMX, BMX Street, так называемый, BMX Park, Вася Лукьяненко из Днепропетровска, на сегодняшний день однозначно лучший BMX-ер Украины и один из интереснейших европейских райдеров на сегодня. Ну и важно еще отметить, что, скажем так, на принципах компании мы даем возможность. Компания дает возможность, это уже дело спортсмена, взять или не взять. Мы не являемся тренерами, мы никогда не заставляем. То есть мы показываем, даем возможность тем людям, которые хотят как-то развиваться. Витископ. Спортивное видео.